She's got it. Венус – это кожа локтя, а Венус – это Венера. Очень часто почему-то русскоязычные люди поют эту песню со словом Венус. I'm your Venus – я твоя кожа локтя. I'm your Venus – я твоя Венера. Всем привет! С вами Дэйв Катан, English.com. Давайте посмотрим, какие еще бывают ошибки произношения в английском языке. Let's go! Если вы впервые узнали, что песню Shocking Blue, She's Got It, нужно петь иначе, ставьте лайк, ставьте колокольчик. Прямо сейчас вы можете записаться на бесплатный урок от онлайн-школы English.com, ссылка в описании, где наши опытные методисты определят ваш уровень, подберут для вас наилучшую программу для дальнейшего изучения. Возможно, вы очень долгое время хотите изучать английский, но каждый раз почему-то откладываете это на потом. Если вы прямо сейчас запишетесь на бесплатный урок, так получите еще два в подарок. Ну что ж, начнем. Начнем с буквы сочетаний TH, или как это произносится, the. This, that, those, these. Почему-то я очень часто встречаю эту ошибку во всех возрастов. Все говорят почему-то this, those, that, и это очень режет слух. Попробуйте просто приставить язык между зубами и сказать this, that, those, these. Для начала приложите больше усилия на звук th. Именно с него все начинается. Постарайтесь подольше подержать th, this, that. Не стесняйтесь, если вам кажется, что это не совсем то, что нужно, или это может быть как-то смешно. Если вы не будете пробовать, ничего не получится. Следующая очень распространенная ошибка произношения – это когда буква V произносится как буква W и наоборот. Нужно всегда понимать, что если буква V есть в тексте или в разговоре, она всегда будет произноситься как V. Если это W, она будет всегда говориться как W, и никак иначе. Попробуйте проговорить про себя very, Venus, vacant, vase, visa, vein, vegetable. И каждый раз прикусывайте нижнюю губу верхними зубами, вот так. V, V, very, Venus, vacant, vase, visa, vein, vegetable. Ни в коем случае эти слова, которые начинаются на букву V, нельзя говорить таким образом. Weary, weenus, vacant, waste, visa. Это очень распространенная ошибка, так нельзя делать. Давайте посмотрим на слова, которые начинаются на букву W. Такие, например, как what, where, when, why. What, where, when, why. Старайтесь максимально работать голосовым аппаратом, чтобы звук именно получился W. What, where, will, wow, what, where, when, why. Не стесняемся. И давайте попробуем соединить эти две согласные. Very, Venus, vacant, vase, visa, vein, vegetable. What, where, when, why, will, wow, water. V. В. Следующая ошибка произношения будет в гласной букве И или I, которая будет читаться таким образом. И. Не И или У, а И. Это довольно сложно, но попытайтесь максимально найти эту золотую середину, чтобы сказать правильно it, или this, или mit, или bit. Это особенно касается тех, которые занимаются, например, вокалом и поют на английском языке. Слово кровь, например, на английском почему-то говорится как blood,
Но это вообще не так. Нужно говорить blood через звук a, как much blood, flood, a. Еще очень частая ошибка, когда люди обрывают окончание ing таким образом: thing, song, sing, singer. Это не нужно делать, потому что ing окончание должно быть назальным, такой как во французском языке. Sing, thing. Ни в коем случае нельзя это обрывать. Попробуйте сделать такое упражнение. Представьте, что вы медитируете вот таким образом. Вот это ощущение, которое вы ощущаете, это должно, это то же самое, что вы должно ощущать, когда вы произносите любое слово с инговым окончанием. Или on, sing, или song, thing, string, bring. Ошибка с согласными непроизносимыми буквами, такие как KN, CM, PS, PN, например, да? Вместо know или knife должны говорить know или knife. Вместо psychology нужно говорить psychology. Вместо climb нужно говорить climb. Вместо column, как колонна, нужно говорить column. Когда буквы CH не всегда произносятся как Ч, а в некоторых случаях как К. Как в словах, например, mechanic, а не mechanic. Как в слове chemistry, а не chemistry. Stomach, а не stomach. Technology, а не technology. И мое самое любимое — это когда слово овощи или vegetables говорится как vegetables. Это слишком много работы для вас. Можно намного проще сказать это слово vegetables в двух слогах. И все. Когда вы хотите сказать слово одежда на английском, нужно говорить clothes. Closes — это уже не то. Closes — это когда закрывается. Closes, opens. А одежда будет именно close. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, ставьте колокольчик, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить ни одно видео. С вами был Дэйв Катан. Надеюсь, я помог вам усвоить, как нужно произносить слова, как не нужно произносить, исправить произношение. Желаю вам хорошего настроения и увидимся в следующий раз. Bye-bye.